Морозный Красноярск приветствует гостей и участников чемпионата России по фигурному катанию. Первыми разыграют награды представители танцев на льду. И первая группа участников уже появляется на ледовой сцене Платинум Арены, что располагается неподалеку от центральной части столицы Енисейской Сибири. Самые настоящие новогодние морозы трещат, начиная с пятничного утра в Красноярске. Дело в том, что когда сегодня мне посчастливилось на одном из своих мобильных приборов с утра посмотреть на температурный режим, то, честно признаться, я немножко опешил, ибо этот великолепный мобильный прибор показывал минус 36, и дальше была следующая фраза: «Еще резко похолодает». Куда еще холодать, честно говоря, представить очень сложно, но в том, что на Платинум арене теплая атмосфера, это большая заслуга спортсменов, тренеров и, конечно же, сибирской публики, которая с большим теплом, трепетом и удовольствием встречает каждого из участников чемпионата России по фигурному катанию. Очень высокий интерес к этому виду спорта по всей стране, и Сибирь не исключение. Впервые в Сибири проводится столь серьезный турнир по этому замечательному виду спорта, и уже сейчас можно сказать, что турнир проходит на очень высоком организационном уровне. Да, слишком требовательные зрители, возможно, могут сказать, что не всегда трибуны заполнены до отказа. Но, во-первых, не стоит забывать, что все-таки четверг и пятница – это рабочие дни, даже несмотря на то, что предновогодняя неделя. А во-вторых, все-таки первые виды состязаний проходят в дневное время, и таким образом далеко не все желающие могут попасть на трибуны. А вот вечером уже самый настоящий аншлаг, этому были свидетели и те зрители, которые прибыли на церемонию торжественного открытия соревнований, и в короткой программе состязаний спортивных пар тоже были практически переполненные трибуны. И нет никаких сомнений, что сегодня на выступление мужчин в произвольной и, конечно же, на девушек в короткой программе трибуны также будут заполнены. И тут не то что яблоко упасть, тут, в принципе, уронить что-либо не получится. Настолько велик интерес к девушкам. Девушки буквально вот полчаса назад завершили свои официальные тренировки на льду соревновательной арены, и было очень интересно посмотреть, что же нам предложат прекрасные дамы. Ну, собственно, так как тренировочный процесс, как правило, не имеет ничего общего с соревнованиями, то могу сказать, что все спортсменки выглядели здорово. Если у кого-то что-то не получалось, то будем надеяться, что все получится в короткой программе для начала, а потом еще и в произвольной. Мы же с вами прямо сейчас начнем смотреть за произвольным танцем, и я представляю фигуристов, которые уже находятся на льду. Первый стартовый номер вытащили по итогам жеребьевки Екатерина Миронова и Евгению Стенко, которые после короткого, точнее ритмического танца занимают 11 место. Эти фигуристы представляют Санкт-Петербург, и эти фигуристы тренируются в группе у Елены Соколовой. Сразу вслед за ними Мария Игнатьева и Михаил Брагин. Они выступили несколько ниже собственного потенциала, допустили пару ошибок в ритмическом танце. Это фигуристы, представляющие Свердловскую область, занимают сейчас 13-ю строчку и отстают от Миронова и Стенко примерно на 3,5 балла. А между ними располагаются Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко, фигуристы, представляющие Москву, спортивную школу Олимпийского резерва «Синяя птица». Ну и пока замыкают турнирную таблицу самые юные участники этих соревнований. Елизавета Пасечник и Егор Колосовский, фигуристы, которые представляют город Нижний Новгород. Можно сказать, что на этом турнире они являются не только дебютантами, но, пожалуй, и главными учениками. И крайне любопытно будет посмотреть за их выступлением в произвольном танце. Разумеется, как и на тех фигуристов, которые занимают более высокие позиции. Предсказуемо оторвались от своих ближайших преследователей лидеры наших танцев на льду. Первую и вторую строчку по итогам первого дня соревнований занимают Виктория Сницына, Никита Коцалапов, Александра Степанова, Иван Букин. Разница между лидерами что-то около
полутора, даже чуть меньше, 1,3 балла. Ну, в общем, будет очень плотная борьба в произвольном танце, в том числе и за первое место. А на третьей позиции пока уверенно располагаются Тиффани Загорский и Джонатан Геррейро, которые в позапрошлом уже году, два сезона назад, на чемпионате России уже выигрывали бронзовые награды. Ну и также хочется сказать несколько добрых слов об арене в Красноярске. Здесь на втором этаже такой очень интересный музей, посвященный фигурному катанию в этом регионе, не только в Красноярске, но в том числе и в Норильской области, откуда, в общем, родом масса фигуристов. Давайте, если будет возможность, чуть позже, чуть-чуть подробнее об этом расскажу. А пока начнем смотреть за соревнованиями фигуристов непосредственно на ледовой сцене. Петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко открывают программу произвольного танца. Эти фигуристы тренируются в группе у Елены Соколовой, и для них это уже второй чемпионат России. В минувшем сезоне на чемпионате страны, который прошел в Саранске, эти спортсмены заняли 12 место из 14 дуэтов. Но если судить по их результатам в ритмическом танце, они существенно спрогрессировали и получили куда как более высокие оценки, чем год назад в Саранске. И в произвольном танцы они катаются под произведение Мишеля Бранчо. Давайте смотреть. Thank you.
Очень такую оригинальную музыкальную тему выбрали Екатерина Миронова и Евгений Устенко вместе со своими тренерами. И по ходу этого произвольного танца можно было обнаружить несколько любопытных находок. Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы выделить поддержку, которая шла сразу после дорожки на одной ноге. Очень интересная, очень креативная такая. Красивая, понравившаяся публике, но вот, к сожалению, буквально на следующем элементе, на хореографических шагах, партнер немножко запнулся, и есть ощущение, что техническая бригада может не зачесть этот элемент. Элемент вроде бы, на первый взгляд, не такой дорогой по собственной базовой стоимости, но за него при наличии хороших оценок от бригады арбитров можно получить там 3-4 балла, а иногда даже и больше. Но, впрочем, больше 4 баллов за хореографический элемент базовой стоимостью 1,1 балла набирают разве что самые сильные, такие, к примеру, как Габриэла Пападакис и Гийом Сезрон. Ну, в любом случае, можно отметить, что Миронова-Устенко по сравнению с предыдущим годом получает существенно более высокие баллы. Вот, в частности, я уже говорил, что по итогам ритмического танца они набрали 55,88. В прошлом году, сравните, 47,29. Даже при том, что так слегка агрессивно, может быть, иногда настроенные интернет-болельщики считают, что идет некая инфляция, что с каждым годом фигуристы получают все более высокие баллы. Если внимательно приглядеться, это далеко не всегда совпадает с действительностью. И не будем же мы отрицать, что фигуристы с течением времени продолжают прогрессировать и попросту растут в мастерстве. В противном случае не было бы развития ни, собственно, спортсменов, ни вида спорта. Вот еще одна очень интересная поддержка. Вообще, в целом, богат был находками этот произвольный танец. Вот это, вот, в частности, мне тоже очень приглянулось. В любом случае, даже если эти фигуристы не добьются поставленных целей, а о них мы можем только догадываться, можно сказать, что они ищут, они находят, они исполняют какие-то элементы, которые еще являются новшеством. Вот эту, казалось бы, вращательную поддержку мы видели неоднократно, но тоже есть некоторые изменения положения партнерши по сравнению с тем, что делали фигуристы других стран до Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. Интересная пара. Желаем ей дальнейшего прогресса. А пока дождемся первых оценок и узнаем, с чем же завершат чемпионат России эти фигуристы, представляющие Санкт-Петербург. Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Ну и также, как и в ритмическом танце, эти фигуристы получают больше по сравнению со своими оценками в прошлом сезоне. И за произвольные 84,7 балла, и по сумме их результат 140,58 балла. Вот если говорить о минусах, то придержали поддержку, ту самую красивую, которую я отмечал, и получили балл штрафа, а также все-таки лишились, в принципе, баллов за хореографические шаги. К сожалению, вот та оплошность, та ошибка партнера, она оказалась решающей. То есть, таким образом, не добрали, ну, сколько, 3-4-5 баллов эти спортсмены. На льду появляются Мария Игнатьева и Михаил Брагин, спортсмены, представляющие Свердловскую область, спортивную школу «Юность» и тренера Елену Чучкалову. Это музыка к балету «Роден». Thank you.
Вообще подкупает, конечно, что даже такие спортсмены, которые, казалось бы, еще только набираются опыта, но в первую очередь, наверное, мы говорим о партнерше, о Марии Игнатьевой, потому что Михаил Брагин неоднократно выступал на чемпионатах Мария страны, в том числе и с предыдущими партнершами, а вот с Марией Игнатьевой он второй раз, так же, как и Миронова Устенко, принимает участие в чемпионате России. Ну вот я что хотел сказать, что не стесняются эти дуэты, которые только ищут собственное направление и находятся на подступах к лидирующим позициям, они не стесняются брать очень серьезную музыку, в частности балет Бориса Эйфмана «Роден», он же посвящен судьбе, творчеству великих скульпторов Огюста Родена, его ученицы, возлюбленной и музы Камилы Кладели. Вот эту историю трагической любви и пытались воплотить сейчас на льду за эти всего лишь 4 минуты Мария Игнатьева с Михаилом Брагиным. И мне, честно признаться, очень нравится наша интерпретация. Интерпретация этими фигуристами таких бессмертных произведений. Кто-то останавливает, может быть, свой выбор на чем-то современном, как, к примеру, Миронова Устенко. Кто-то, напротив, берет бессмертные, уже ставшие классическими композиции. И это же очень здорово, что российские спортсмены настолько разные, настолько отличающиеся друг от друга. Очень хорошо, что продолжает расширяться география российского фигурного катания, и по-прежнему на карте нашего любимого вида спорта остаются такие прекрасные города, как Екатеринбург, как Нижний Новгород, как, в частности, тот же Красноярск и Норильск. Об этом, я говорю, указывается в музее, посвященном истории фигурного катания, а не конкретно вот в этом регионе. Если же говорить о произвольном танце Марии Игнатьевой и Михаила Брагина, то вот они так же, как и предыдущий танцевальный дуэт, придержали поддержку. На сей раз это была вращательная поддержка, и они так же, как и Миронова Устенко, получат за это балл штраф. В минувшем сезоне на чемпионате России в Саранске эти два дуэта разделило на финише 0,07 балла. Представляете? Сейчас прям любопытно посмотреть, какая же будет итоговая оценка у Игнатьевой Брагина, сумеют ли они оказаться выше соперников по итогам произвольного танца и по сумме выступлений. Да, смотрите произвольную программу, несмотря на балл штрафа, Игнатьева Брагин выигрывает 86-45 против 84-70 у Миронова Устенко, а вот по сумме все-таки не дотягиваются до соперников. 138,69 балла их итоговый результат, и опять на финише крохи разницы, ну не такие крохи, как в прошлом году, не 0,07, чуть меньше 2 баллов, и тем не менее это буквально одно сделанное либо не сделанное движение. Мы же продолжаем встречать новые имена в чемпионате России, и в частности нам вот второй день подряд представляют Юлию Тульцеву и Анатолия Беловодченко, ученики Светланы Ляпиной. Она сейчас на ваших экранах, и Ксении Манько. Не так давно Ксения, как вы помните, выступала не без успеха и на чемпионатах России вместе с Кириллом Халявиным, и на турнирах среди юниоров побеждали эти фигуристы даже на чемпионате мира. А сейчас Ксюша уже известный тренер, а Кирилл продолжает совершенствоваться и идет в сторону повышения результата с испанкой Сарой Уртадо. Произведение Джо Кокера и, собственно, вокал знаменитого певца «Never Tear Us Apart». Это произведение, под которое катаются Тульцева Беловодченко. For a thousand years.
Располагались непосредственно между теми парами, которые выступили до них, Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко. И разница между этими тремя дуэтами была практически минимальной. Смотрите, 55,9, грубо говоря, Миронова Устенко, 52,25 Игнатьева Брагин, 55,25 Тульцева Беловодченко. И сейчас есть ощущение, что если сумеют опередить Екатерину Миронову и Евгения Устенко москвичи в произвольном танце, то и по сумме они также окажутся выше ближайших соперников. То есть сейчас ведется непосредственная борьба за возможное попадание в десятку сильнейших. Да, на 10-й позиции располагаются пока Ольга Бибихина и Данил Зворыкин, которые будут выступать в следующей группе, но их преимущество относительно преследователей тоже не самое высокое. Вот так могут сходу на дебютном для себя чемпионате России побороться за попадание в лидирующую десятку в стране Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко. Моментально ведется сразу после выхода со льда какой-то разбор неких тонкостей этого произвольного танца. Намеренно не говорю ошибок, потому что в целом очень достойно смотрелись эти фигуристы. Вообще очень радует базовое техническое оснащение наших танцоров. Вот, в частности, уже третий дуэт подряд. И я хочу обратить на это ваше внимание. Секции твизлов и партнер, и партнерша исполняют на четвертый уровень. Это справедливо и для Миронова Устенко, и для Игнатьевой Брагина, и вот сейчас для Тульцевой Беловодченко. Поначалу, правда, одна троечка горела напротив, по-моему, фамилии партнера в твизлах, но потом ее технические специалисты поменяли на четверку, и можно сказать, что пока в том, что касается твизлов, наши танцоры не дают повода усомниться в собственном исполнительском мастерстве. Плюс ко всему, еще эти твизлы исполняются на высокой скорости, с неплохой синхронностью, и неизменно они получают очень высокие оценки и от арбитров. Сразу две поддержки объединили в одну, Тульцева-Беловодченко. Возможно, именно этот факт, эта небольшая хитрость и позволила фигуристам избежать того самого неприятного инцидента, который помешал набрать максимальные суммы предыдущим выступающим спортсменам. Вот, в частности, эти фигуристы обходятся без баллов штрафа, ничего, никакую поддержку они не придержали. По уровням там где-то есть вопросы, где-то нет, но все-таки подчеркиваю, это спортсмены, которые еще только надеются попасть в десятку сильнейших на российском чемпионате. Поэтому, конечно же, никаких претензий предъявлять к ним не будем. Наоборот, порадуемся, что большинство участвующих в чемпионате России фигуристов в танцах на льду выступают очень чисто, очень интересно и радуют публику. Их итоговый балл... А, нет, смотрите, все-таки одну из поддержек все равно передержали. В последний момент получают этот балл штрафа, и результат оказывается ниже максимально возможного. 85,91 сотая – это меньше, чем у Игнатьевой Брагина за произвольный танец. Но по сумме именно Тульцева-Беловодченко с результатом 141,17 сотых выходит сейчас на лидирующую позицию в чемпионате России.
Мы же встречаем Елизавету Пасечник и Егора Колосовского. Они даже чисто внешне сильно отличаются от остальных танцевальных дуэтов. Они моложе. Это фигуристы как раз-таки из Нижнего Новгорода, тренирующиеся под руководством Кирилла Коновалова. И эти спортсмены будут кататься под произведение Людовика Эйнауди. Это экспириенс, тот самый опыт, которого сейчас набираются фигуристы. Ну а Эйнауди, пожалуй, один из самых модных композиторов в российских танцах на сегодняшний день. Его мы еще неоднократно услышим по ходу текущих соревнований. А вот это дорогого стоит. Очень тепло встречают самую юную танцевальную пару среди всех участников чемпионата России. Зрители на трибунах Красноярской Платинум арены. Постепенно публика подтягивается. И сейчас я вижу, что по окончании этого произвольного танца зрителей на трибунах становится все больше. Впереди выступление тех спортсменов, которые
уже знают, что такое пьедестал почета, которые уже претендуют на более высокие позиции, чем фигуристы из первой разминки. Ну и сейчас, пожалуй, самых теплых аплодисментов, самых бурных аплодисментов удостоились Елизавета Пасечник и Егор Колосовский. Партнерши 14 лет, партнеру 16, они совсем юны. Для танцев это совершенно не возраст, они только начинают свой путь в большом фигурном катании и, конечно же, очень волнуются, но теперь они тоже вошли в число тех фигуристов, что имеют опыт выступлений на чемпионатах России. Конечно, можно как угодно относиться к нижним строчкам турнирной таблицы на нашем внутреннем турнире, но нельзя не признать, что для многих спортсменов, и в частности для Лизы с Егором, это очень серьезное, очень большое достижение отобраться на чемпионат страны и впервые выступить на арене такого уровня при таком стечении публики. Да, эти фигуристы выступали на этапах Кубка России, выступали не безуспешно, сумели отобраться в число участников чемпионата страны, но все-таки, как правило, этапы Кубка России проводятся при меньшем скоплении публики и уж точно не на таких шикарных аренах. Это самое крупное крытое спортивное сооружение в Красноярске, вместимостью 7000 зрителей, построено специально для проведения Универсиады 2019 года. Именно здесь проходили соревнования и по фигурному катанию, и именно здесь проходили церемонии открытия и закрытия студенческих игр. И пока ничего подобного по уровню в Красноярске, если мы говорим о ледовых аренах, просто нет. И, разумеется, для Елизаветы с Егором большая честь. Хотя, конечно, предполагаю, что и волнение тоже огромное выступить на чемпионате страны. И нет, наверное, каких-то оснований говорить сейчас об оценках. Постоянно появляются те или иные фигуристы, которые только осваиваются в компании сильнейших. Многим доводится добраться до вершины, но, как это водится в спорте, победителей всегда меньше, чем тех, кто находится на следующих строчках и ступеньках пьедестала почета. Ну, по умолчанию все выигрывать не могут. У каждого собственные цели, у каждого собственные достижения. Кто-то добирается до мастеров спорта, к примеру, кто-то до золотых олимпийских наград. Это удел любого из спортсменов. Но, конечно же, всегда нужно стремиться к наивысшему результату. Чего мы и пожелаем сейчас Елизавете Пасечник и Егору Колосовскому. И будем надеяться, что еще неоднократно увидим этих талантливых фигуристов. Елизавета Пасечник и Егор Колосовский за произвольную программу набирают 75, немножко ниже оценки по сравнению с теми, кто катался чуть раньше. Тем не менее, вот мы и зафиксировали итоговый результат на чемпионате России Елизаветы и Егора, с чем мы их поздравляем. Лидерство же продолжают пока удерживать Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко. Вот как интересно, те фигуристы, которые получили наивысшую оценку за произвольный танец, Мария Игнатьева и Михаил Брагин, занимают лишь текущую третью строчку. И таким образом можно сделать вывод, что стабильность, в первую очередь, это ключ к успеху. Ну, вот, в частности, Тульцева-Беловодченко не больше тех, кто уже откатался, набрали за аритмический танец, и не больше тех, кто уже откатался, набрали и за произвольный. А вот по сумме они пока оказываются выше всех, и их результат 141,17 балла. Это лучшая сумма дня на текущий момент. На льду же появляются участники следующей разминки, и в этой группе уже можно обратить внимание буквально на каждый дуэт. Это, конечно же, и новоделы, если можно так выразиться, Ксения Конкина с Павлом Дроздом. Фигуристы опытные, в особенности, конечно же, говорю сейчас про Павла, и очень мастеровитые, но пока еще только катающиеся первый сезон. Это Ольга Бибихина, Даниил Зворыкин, которые в прошлом году в рамках чемпионата России поднялись в десятку сильнейших, как раз-таки ее замкнули. Эти фигуристы представляют Санкт-Петербург, Конкина, Дрозд, Москву. Это Софья Евдокимова и Егор Базин, спортсмены, для которых красноярский лед отнюдь не чужой и уже счастливый. К тому же в прошлом году Софья с Егором стали бронзовыми призерами чемпионата России.
России. Добились пока наивысшего успеха в собственной карьере. Также эти спортсмены являются двукратными обладателями серебряных наград на универсиадах 2017 и 2019 года, соответственно. Вслед за ними на льду появятся Софья Шевченко и Игорь Еременко и Анастасия Шпилевая, Григорий Смирнов. И Шевченко, Еременко и Шпилевая, Смирнов из группы Ирина Жук и Александра Свинина. Там же последовательно показали Александр Жульна и только что Сергея Петухова. Эти прославленные специалисты выводят на лед Ксению Конкину и Павла Дрозда. Ну, а мы тем временем видим, как разминаются лидеры, фигуристы, которым предстоит еще немножечко подождать, прежде чем они получат право выйти на лед. В частности, только что мы видели, как разминается Виктория Синицына, действующая чемпионка страны вместе с Никитой Кацалаповым. Ну и именно эти фигуристы являются лидерами чемпионата России по итогам ритмического танца. Вообще, конечно, в этом году очень интересные программы демонстрируют наши спортсмены. В частности, вот и Тиффани Загорский, Жантана Герейро, которые пока идут на третьей позиции. И, конечно же, Степанов Букин, и, конечно же, Синицына Кацалапов. Ну и что радует, постепенно приближаются, причем приближаются, скажем так, не медленно, а вполне себе серьезными шагами к мировым лидерам российские танцоры. И уже надеемся увидеть их на самых высоких строчках на ближайших международных стартах. Вновь мы с вами посмотрим сейчас за тем, как будут кататься фигуристы, представляющие тренерскую группу Елены Соколовой. Это, конечно же, петербуржцы Ольга Бибихина и Даниил Зварыкин. А вот Софья Евдокимова и Егор Базин, бессменные ученики Олега Судакова, тренера, представляющего Свердловскую, Самарскую, конечно же, область, Тольятти, которые много-много лет занимаются у этого специалиста и которые не изменяют своим принципам и, тем не менее, продолжают добиваться результата, показывая, что не только Москвой и Санкт-Петербургом живы российские танцы на льду. Но это пристальный, очень пристальный взгляд Ирины Жук, которая вместе с Александром Свининым сейчас наблюдает за разминкой сразу двух своих дуэтов, что будут показывать произвольные танцы друг за другом. Софья Шевченко, Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая, Григорий Смирнов имеют 8 и 9 стартовые номера, 4 и 5 стартовые позиции в этой разминки. До окончания разминки осталась 1 минута. С другой камеры, с другого ракурса демонстрируют нам, как разминаются спортсмены-лидеры. Вот мы видим Настю Скопцову, мы видим, как неспешно по шаговой, а не беговой дорожке расхаживает Никита Кацалапов, постепенно готовится к тому, чтобы уже облачиться в соревновательные костюмы, в красивые платья, конечно же, зашнуровать коньки и те спортсмены, которые будут бороться за медали. Но, впрочем, если мы с вами обратим внимание на оценки тех фигуристов, которые представлены в этой разминке, то, пожалуй, лишь только Бибихина, Зварыкин не могут претендовать на что-либо серьезное, потому что их отставание от Ксении Конкиной и Павла Дрозда 11,5 баллов, но, согласитесь, это отыграть будет все-таки очень и очень сложно. А вот все остальные находятся буквально в нескольких баллах друг от друга. Смотрите, разминка Конкина Дрозд 69, Шпилевая Смирнов 73, Шевченко Еременко 75, 71,4 Евдокимова Базин. И до пятой позиции, на которой по итогам ритмического танца располагаются Аннабель Морозова и Андрей Багин, тоже совсем-совсем небольшой гандикап. Там же примерно в этих же цифрах и Анастасия Скопцова с Кириллом Алешиным. Так что здесь вполне вероятны некоторые, а может быть и многочисленные перестановки. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются Ксения Конкина, Павел Дрозд, Москва. Ну что же, начинаем смотреть. И сейчас мы с вами будем смотреть за произвольным танцем Ксении Конкиной и Павла Дрозда, фигуристов из группы Александра Жульна, Петра Дурнева и Сергея Петухова. Они катаются под ноктюрн номер 20 Фредерика Шопена. Thank you.
Очень милые молодые ребята, которые вчера получили, я считаю, что большие оценки от судей. Понравились своим катанием. И вот сейчас они катались очень музыкально. Особенно первая часть вся, да? До, пожалуй, до последней. Если так программу делить на четыре части, то, в общем, вот четвертая часть, мне кажется, что она была немножко... Уже они устали. Но, в принципе, ощущение очень хорошее. И они катались очень красиво. Единственное, что бы я пожелал этой паре, это больше кататься в позициях. Потому что все-таки именно танцы на льду, они должны кататься в позициях. И если мы вспомним великих Торвилдин, да, то они катались, не отрываясь друг от друга. И ничего плохого в этом не было. Если мы будем перенимать хорошие и выдающиеся стороны тех спортсменов, которые прославляли танцы на протяжении многих лет. Здесь в основном преобладает позиция рука в руку. Вот. И нет совсем близких позиций. А так очень красивые ребята. И ну вот если смотреть, значит, по дорожке, которую они, например, сделали, параллельная дорожка идет в танце с исполнением элементов, то это как считается как обязательный элемент, да, то они получили там второй, третий уровень. Да, да, совершенно верно. Вот, это и говорит о мастерстве, понимаете, спортсменов. У них очень симпатичные поддержки. Но вот само катание, вот оно второй, третий уровень, вот это, так сказать, вот на этом промежутке как бы определяется и мастерство, потому что ты едешь на одной ноге, и на одной ноге ты выполняешь определенные шаги. Я уверен, что сегодня будут пары, которые получат четвертый уровень сложности. Можете это выполнение правильно так, очень приятный подбор партнеров. Он долгое время катался в другой паре. Сейчас, мне кажется, что Жулин сосредоточил и Петухов все свои усилия на этой паре. Потому что он работает со старшими, и это, так сказать, его будущее. Вот. Но я оценки очень высокие, 107-17 и по сумме 176. Нет, очень высокие. Безусловно, судьи к ним относятся просто очень-очень доброжелательно, вот так бы я сказала. Ну а мы тем временем встречаем Ольгу Бибихину и Данила Зворыкина, фигуристов, представляющих команду Санкт-Петербурга и, в частности, тренерскую группу Елены Соколовой. Эти спортсмены в минувшем сезоне заняли 10-е место на чемпионате России. Вот сейчас весь тренерский штаб наблюдает, причем никакого напряжения мы не видим, напротив, с улыбками смотрят, как начинают свой произвольный танец Ольга с Данилом под произведение коллектива Doors. Ну, это вряд ли, чтобы весь танец продержались улыбки, все равно тренер переживает.
Вы знаете, мне очень понравилось. Понравилось, потому что очень много новых элементов. И так это чувствует зал. Прямо зал начинает, они их вообще видят в первый раз в жизни. И так начинает зал прямо поддерживать. Прямо взорвался зал внутри программы, потому что что-то новое. Я это всегда очень приветствую, потому что кто-то должен это начать. Не обязательно, чтобы это первая, там, вторая, третья пара. Они не могут рисковать. А ребята, которые пробиваются, тем более, в общем, в таких тяжелых питерских условиях, где они получают очень мало льда, для действительно, так сказать, такой профессиональной работы. Знаете, вот, например, заход на Твизл, очень интересные. Очень интересный был элемент. Сейчас вот его будут показывать. Наверняка. Такая какая-то обводка. Такая странная. Но очень в стиле. В стиле музыки. Современная. Спасибо большое, что нас так встретили. Тепло. Поддержка вниз головой на месте вращательной. Никто не делал этого. Вот этого положения. Просто, ну... Я просто их поздравляю, потому что, ну, если 4 элемента, так сказать, новых в программе, или 3, это уже очень много. Вот очень интересное вращение, да, ее положение такое жесткое, жесткой ноги, такой свободной. Очень современная, очень идет к этой программе, идет к этой музыке. Вот эта обводка. Она, во-первых, стоит в очень интересном положении, таком, в котором... Вот она, поддержка. Вот вращательная поддержка. Мне даже кажется, что он может попробовать. Ну, вот это тоже, да? Такой акробатический элемент, но который не испортил, а украсил программу. Мне очень понравилось. Потому что танцы должны как-то расшататься. Расшататься, разболтаться. И из этого должно родиться что-то другое. Потому что как-то они застряли вот в этих чистых чиктао, в крюках, выкрюках, в скобках. Китанец – это немножко другое. Это само собой. Это средство выражения. Ну и не только средство, но довольны и полученными баллами. И фигуристы, и тренеры. 96-75 – их лучший результат. Равно как и сумма 154,28 балла. Очень приятно, что судьями это оценено. Ну, а вот и лидеры, и лидирующая разминка. Да, 5 дуэтов. Все уже активно. Каждый готовит, взял себе маленький уголок. И там катает программу. Евдокимова Базин. Самара. Тольятти, если быть прям кристально точным. Бронзовые призеры чемпионата России минувшего сезона. Прошлого года. Вы знаете, у них, я считаю, что просто вот... Короткий танец у них неудачный. Не получился, да? Нет. А вот произвольный танец у них очень хороший. И я думаю, что это будет отмечено.
соглашусь с вами, Татьяна Анатольевна, что вот этот танец, вот эту сложнейшую тему под музыку из списка Шиндлера, плавно переходящую в произведение Армана Амара, чувствуют существенно лучше спортсмены в этом году, чем их музыкальное сопровождение к ритмическому танцу. И явно можно сказать, что вот этот танец им удается на протяжении всего сезона. Лучшее проникновение. Это очень хороший очень. Танец он немножко пошатнулся, там подсорвал. Но это сейчас, если говорить об вопрос индивидуального мастерства. А так постановка танца и элементы, которые используются в танце. Да. Мне кажется, и самоощущение фигуристов. Да, мне жаль, что у них каких-то новых поддержек, да, у них не случилось, потому что эти очень хорошие поддержки я вижу третий год. Но все равно они были положены в музыку. Ну, мне кажется, что они молодые ребята, они могут дерзать и новое что-то тоже придумать. Но все равно танец очень хороший, танец проникновенный, музыкальный. Да, но тоже хочется пожелать вот этих вот поменьше беговых, потому что везде, даже тогда, когда они меняют направление движения, везде используются просто подсечки. Это, в общем-то, большой минус, потому что, конечно, здесь должны использоваться позиции и перестроения какие-то, и элементы, там, повороты, тройки, скобки и так далее. Вот видите, вот твизл, вот он упал на нем. И положение свободной ноги, оно не подходит сюда, потому что нога не прижата, и она не вытянута, и она не в этитюде. Вот это очень хорошая их вещь, которую мы хорошо знаем и с ней знакомы, но она положена очень хорошо в музыку, и она работает, конечно. Она работает в танце. Вот эта поддержка, которую они не делали. Нет, ну, в общем-то, и они катаются по-другому здесь. У них не получился в этом году совсем финстеп, потому что очень мелкая техника, и они ей не владеют. Они больше расположены к такому катанию легато, к такому. А быстро не могут. И что-то как в разборе, видно, у них что-то не получилось. Потому что вот у них прямо танец из рук вон плохо. Но в любом случае, мне это очень жаль. Сейчас они первыми преодолевают отметку 180 баллов по сумме, опережают Конкина Дрозда и занимают лидирующую позицию. Ну, конечно, они так и должны. 180-68, итоговый результат Софьи Евдокимовой и Егора Базина. А тем временем на льду появляются еще более молодые фигуристы, спортсмены из группы Александра Свинина и Ирины Жук, Софья Шевченко и Игорь Еременко. И сейчас начинается реальная борьба между сразу несколькими дуэтами, потому что разница между ними по итогам ритмического танца была крохотная. Буквально там балл между каждым местом. Очень интересно. Очень интересные спортсмены молодые. И очень сильные. Это не каждый парень сделает.
выиграли финал Гран-при в прошлом году в юниорах и были призеры чемпионата мира. Да, и бронзовыми призерами чемпионата мира. Чемпионата мира среди юниоров. Вот они сохраняются. И мне кажется, что они технично катаются. Я не знаю, какие им ставят уровни, это другой вопрос. Но вот я, например, видела исполнение дорожки на одной ноге. Мне она очень понравилась. Я не видела там нечисто исполненных элементов. Даже они вот тянули и доехали все-таки до того места, где скобка получилась. Но я думаю, что есть такая тенденция, что Жук-Свинину всегда ставят второй уровень. Есть такая тенденция. И поэтому я не удивлюсь, если они получили. Хотя сделали они очень... Вот я смотрела конкретно за этим местом. Что касается дорожки, например, которая идет на судей, а по прямой с длинного борта до длинного борта прямо на судей, то... Ну, я бы там не делала... Там есть две ноги, и они исполняются и в одну сторону, и в другую сторону. Они технично очень катаются, ребята. У них потрясающие совершенно твизлы с разных интересных положений. Я бы не делала им вообще нигде две ноги. Вот. Интересные. Вот молодые люди. Вот они едут, и вот она скоба. Раз, и наружнее ребро. И у одного, и у второго. Это вообще бывает редко. Очень интересные у них поддержки. Вот вращение с абсолютным поворотом корпуса. Да? На 180 градусов. Девочка очень растянутая. И, в общем-то, это наша молодежь. Познакомьтесь. Ну, сами довольны спортсмены. Каким у вас? Вместе с Аленой. Ну, оценки высокие. По сумме они опережают сейчас. Они должны быть высокие. Выходят на лидирующую позицию. Большое спасибо, да. 181,67. Сменился лидер у нас. Буквально по одному танцу Конкина Дрозд, Евдокимова Базина, а теперь Шевченко Еременко на лидирующей позиции. Потому что мне вчера показалось, что они вот очень технично катали. И еще одни фигуристы, представляющие этот же самый тренерский коллектив. Анастасия Шпилевая, Григорий Смирнов. И, кстати, разница между ними и Шевченко и Еременко была буквально 14 сотых балла. То есть одинаковые получили оценки. Да-да, они их завязали двумя парами. В ритмическом танце. Посмотрим. Это саундтрек. Чтобы тренерам тяжелее было работать. Да еще ведь получилось, что друг за другом выходят по жребию. Это саундтрек к фильму «Как украсть бриллиант». Опа, сорвала. Ну ничего хорошего не жди. Срывать нельзя. Очень симпатичная поддержка. You know that
Ну вот. Что-то они расстроились. Ну, конечно, она сорвала. Расстроились, это им никто не простит. И, понятное дело, они сами себе не простят. Ну, они вот в прошлом году, весь прошлый год очень боролись. Зрителям, видите, понравилось, но... Анастасия Шмелевая... Пока еще недостаточно свободно и недостаточно скорости. Ну и плюс с самого начала уже. Но буквально. Очень обкрученные. Но, конечно, обкрученные, так мы говорим. Видите, у них такие поддержки разнообразные. Разнообразные хваты. Это тоже очень дорого стоит, потому что нет ни одного похожего входа и нет ни одного простого входа. Это все большая работа. Ну вот смотрю, что у нее тейп лежит красный почему-то на полноге. Она, конечно, плачет. Прям расплакалась, Настя. Ну а как же, конечно, расплачешься, потому что она это делает, и она это не срывает. И, ну как? Ну что это? Она вообще ни с чего. Она это делает тысячу раз. Конечно, они проиграют, и этой конечно, паре, проиграют. Да, и, наверное, понятно. Дрозду тоже проиграют. Ну, скорее всего, Евдоким Выбазину они проиграют. Они проиграют, потому что это непростительно. Вот я говорил, очень интересное, правда, положение найдено. И вот это, например, вот это какой правильно. Вход? Это же сложно. Это, ну, я говорю, обкрученные, понимаете? Просто акробаты. Вот видите, у нее на левой ноге огромный тейп на колене. Смотрите, как переживает Софья с Игорем. Но они дружат, это одна группа, у одних и тех же тренеров. Тренеры делают максимум того, что они могут для каждой пары сделать. Так же, как и одиночники работают, тренер работает, они уже катаются, каждый делает то, что он может. Максимально на них выкладываются, максимально с ними работают, с каждым. Ну ничего, да. Ничего, бывает и такое. Но это вращение в поддержке мне у них очень понравилось. Просто очень. Да, смотрите, при такой плотности сейчас только четвертый результат показывает Анастасия с Григорием. Ну, я же вам сказала, что это... И по сумме тоже четвертый, да. При такой плотности, конечно, любая оплошность, она стоит. Любая. И уже не надо, и уже не надо говорить там, что, чего, что сколько стоит, потому что уже понятно. Ты ошибся, и тебя можно опустить на сколько угодно. И тут решаются уже десятки. Так, собственно, и есть, да. У да, нас и сейчас... претензии некому предъявить. Поэтому нужно. Здесь только нужно. Очень сильно кататься и очень чисто кататься. У нас завершается вторая группа участников, вторая разминка. И пока лидирующие позиции сохраняют София Шевченко и Игорь Еременко с результатом 181,67. Второе и третье места, соответственно, у Софии Евдокимовой, Егора Базина и Ксении Конкиной, Павла Дрозда. Впереди выступление группы сильнейших. Первые пять дуэтов по итогам ритмического танца представят нам свои произвольные прокаты. Ну а пока... Нужно подготовить лед, сделаем небольшую паузу и обязательно вернемся. На разминке Анабель Морозова, Андрей Багин, Анастасия Скопцова, Кирилл Алешин, Тиффани Загорский, Джонатан Гурера, Александра Степанова. И прямо сейчас начинается борьба за медали чемпионата России в танцах на льду. Пять дуэтов в сильнейшей группе участников. Пятое и четвертое места разделяет, сами видите, совсем небольшая разница между этими спортсменами. Скопцова, Алешин и Морозова, Багин. Отделяет сейчас их около 0,3 балла. Чуть-чуть оторвались от конкурентов Тиффани Загорский и Джонатан Герейро. И столь же маленькая разница, как между
четвертым и пятым местами, также и между лидерами наших танцев на льду. Виктория Синицына, Никита Коцалапов с результатом 88,43 на лидирующей позиции. Александр Степанов и Иван Букин пока в качестве догоняющих 87,13. 1,3 балла разница между теми, кто претендует на золото чемпионата России. Совсем скоро вам будут представлены произвольные танцы первых пяти дуэтов нашей страны. Интересно, сейчас на разминке прямо близко друг к другу, но в разных направлениях делали твизлы наши ведущие пары Степанова, Букина, Синицына, Коцалапов. Так было интересно за этим смотреть, у кого скорость вращения быстрее, потому что здесь прямо рядом друг с другом вращались. Аннабель Морозов. Такое красивое платье. Знаете, ну они вообще очень прибавили. Кстати, с прошлым годом у них просто огромный скачок. И в технике, и в понимании музыки, да и в художественном впечатлении. И в исполнении элементов. До окончания разминки. Ну вот так красиво одеты. Они еще не были никогда, потому что как бы они были подростками, а вот сейчас они близко к сборной команде, вот так бы я сказала. Да, пятая позиция, это уже начинают стучаться в двери. Ну хорошо, будет им какая-то помощь. Татьяна Анатольевна, раз уж мы вот заговорили о том, что вот все лидеры сейчас рядом с другом катаются, разминаются. А вот тренеры, которых нам регулярно показывают возле портика, они смотрят во время этой разминки только на свои? Только на своих. Я не знаю, я не могу. Я только на своих. Вне зависимости. Только на своих. Они своих ведут, они смотрят и смотрят, чтобы к ним близко никто не подъехал, чтобы не было столкновения. Да, и в крайнем случае они крикнут, если вдруг вообще сами ребята видят, конечно, боковым зрением, они тоже смотрят. Ну, а мы с вами... Тренеры, конечно, они там стоят, и каждый смотрит на своего. И вот у них взгляды там вдали пересекаются. Ну, а мы будем смотреть на всех и прямо сейчас будем наслаждаться и отнюдь не только боковым зрением, произвольным танцем фигуристов, которые по итогам аритмического располагаются пока на пятой позиции. Это эти самые красивые Аннабель Морозова и Андрей Багин.
которые тренируются под руководством Николая Морозова и которые продолжают прогрессировать буквально с каждым новым стартом. Напомню, разница между ними, Анастасией Скопцовой и Кириллом Алешиным, совсем небольшая, 31 сотая балла. То есть даже за места, может быть, чуть ниже пьедестала, тоже идет очень серьезная борьба. А как же? Обратите внимание на мастерство их катания, на очень мягкое скольжение. Прямо зал, затаив дыхание. Ну вот, все выдали, вот все, что
все, что могли, вот все выдали. Она даже заплакала, знаете, когда вот все отдаешь в катании. И такая, знаете, сложная музыка. Ну, очень чистое исполнение элементов, очень разнообразно, очень интересные находки и по поддержкам, и по шагам. Я не видела, чтобы они грязно делали шаги, натянутые. Ну, и как-то они очень профессионально как-то катались, честное слово. Я не вру, не потому что она моя крестница, да, а потому что... Просто здорово катаются, и всех надо поздравить с появлением еще одной у нас пары, которая обязательно, чтобы с ними ничего не случилось, будет бороться потом. Аннабель тогда действительно до сих пор не может сдержать слез. Не может слез, потому что... Эмоции оставлены на льду. Нет, знаете, когда вот девочки тоже докатаются, они начинают сразу плакать, да, и мальчики. Когда вот все отдано до... Вот я не знаю, ну до последней капли. Ну, немножко эти визы были не параллельные. Но это было совершенно чуть-чуть, все никто не останавливал конька, все поворачивалось. Не знаю, что это там за второй твизл. Нет, с твизлами все хорошо, Татьяна Анатольевна, да, и уровни, и оценки никаких. Вопрос. Это очень сложные поддержки, при том, что она не крошка. Понимаете? И, конечно, парень просто преобразился совершенно. Я прямо не верила в это чудо. Вот Коля. Вот кто не преображается, скажешь. Вот кто, Коля, кто всегда, да, он делал. Всегда в образе. Сейчас вращение и переходит... к поддержке. Вот все дети, а потом раз и взрослые. И взрослые, и уже какой качественный прокат. Коля молодец, занялся своей дочкой. Он всегда с ней с самого детства очень близко. Вы смотрите, какие баллы. Баллы пока самые высокие на сегодняшний день. Баллы честные. Аннабель Морозова и Андрей Багин набирают 115,5 баллов за произвольный танец и 189,1 по сумме двух дней выступлений. Они выходят на лидирующую позицию, гарантируя себе как минимум 5-й результат на чемпионате России. Тем временем на льду появляются Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, фигуристы, тренирующиеся в группе у Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой, которых мы наблюдали на протяжении всего сезона серии Гран-при, вот как раз трио тренеров, и которые относительно Морозовой и Багина располагались буквально в 0,3 доли балла по итогам ритмического танца. Будем смотреть на их произвольный прокат. Саундтрек к фильму «50 оттенков свободы». Уже знакомая нам и история, да и танец это мы видели по ходу сезона неоднократно. Хорошо. Как по облакам ходила. Now we can
мне очень нравится эта пара. Ну, в паре мне больше нравится Скопцова, потому что она очень яркая, и я вижу ее индивидуальность. Но я хочу сказать, что этот танец, мне кажется, они меня обкатают с этим танцем Морозова с Багином, потому что вот во второй половине вообще как по песку не было совершенно, не было вот такого катания, потому что конюк все время стоял. Скорости такой не возникало в дугах, такой свободы какой-то, понимаете, правильной работы, может быть, колено. Не знаю, вторая половина мне совсем не очень, потому что то ли это последние силы, так сказать, не знаю. Ну не просто, сезон-то длинный, долгий, кто знает. Ну не знаю, как-то они были травмированы, так, конечно. Элементы есть, а вот такие вот, знаете, связки, какие-то вот поддерживание постоянной скорости, я этого как-то не видела. Я не видела ни медленной как-то части, ни быстрой части. Это все было, так сказать, так вот немножко монотонно. При том, что они такие яркие. Ну, посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Но если вы говорите, Татьяна Анатольевна, что вы больше видите в этой паре партнершу, ведь, наверное, так и должно быть. Партнер должен подчеркивать красоту партнерши, а не выделяться. Нет, не согласны? Вы знаете, я люблю. Вот это мне очень понравилось сначала. И очень понравились твизны. Вот видите, нога сзади, потом она ушла вперед. Ну и оценка очень твизны, высокая за твизны. Да, твизны. Прям, по-моему... Если я ничего не путаю, самая высокая. Самая оценка. Высокая у них должна быть оценка. Да, пока да. Элементы, я и говорю, элементы, да. Потому что твизлы очень интересные. Нет, нашел. Знаете, у кого выше оценка за твизлы? У Шевченко и Еременко. Вот единственный, кто пока получил оценку за твизлы выше, чем Настя Кирилла. Ты технически очень сильно катаются, ребята. Понимаете, когда видно одну девочку, то это наши танцы, но это неправильно. Мальчик должен вести. Так, ну что, оценки и итоговые баллы Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина. 112.83, действительно меньше за произвольный прокат, и по сумме они тоже набирают менее высокие баллы. Входят в пятерку, но в лидерах по-прежнему Аннабель с Андреем, и теперь они уже перемещаются минимум на четвертую позицию. На льду же появляются со своим произвольным прокатом фигуристы, которые после... успехов в позапрошлом сезоне, ну, мягко говоря, неудачно выступили в прошлом году. Там были проблемы и со шнурками, с коньком у Джона. В общем, лишь только седьмой результат. Сейчас третье место у Тиффани Загорски и Джонатана Геррейро по итогам ритмического танца и их произвольный прокат под музыку, которая прекрасно знакома нам по показательному номеру Алины Загитовой. И, конечно же, это музыка из фильма «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
справились с эмоциями, справились, с техникой. Выкатали эту программу, чуть-чуть переделали, подделали, выкатали. У них очень интересные позиции в руках. Им делал программу Дин, и вот сейчас они выкатали, что-то выбросили, что-то подправила Лена Кустарова. И вот они ее выкатали, потому что у нее была очень тяжелая травма колена. И все. И вот, понимаете, сразу музыка, да, поставлена музыкально. Все сразу сработало. И, конечно, они стали совершенно по-другому кататься, да? Вот у них все получилось, и они рады до беспамятства. Ну, совершенно точно можно сказать, что... Вот зал... все. Ну, вращение такое было. Не знаю, что там поставили за вращение. Вращение было так себе, но... в общем-то, к общей программе это не имело никакого... Не, ну, зал очень хорошо принял музыкальное сопровождение. Я бы даже сказал, предваряя вот эти сейчас танцы двух лидеров российских танцев на льду, сейчас зал готов воспринимать то, что будет происходить на льду сейчас. Ну, а что касается Тиффани и Джона, с большой вероятностью они себе возвращают утраченную в прошлом году бронзу и поднимутся на пьедестал почет. Не буду вас томить. Это абсолютно точно. Потому что сейчас, ну, это очевидно, у них было большое преимущество по итогам ритмического танца. У них было это преимущество, и сейчас у них тоже преимущество. И сейчас тоже, да, они наберут. Тут даже не о чем говорить. Существенно больше, чем кто бы то ни было, и, разумеется, в общем, выиграют медали на этом чемпионате страны. Ну, а Набель Морозов четвертая будет. Это для них очень большой успех. Сложно спорить. Да, действительно, очень большой успех. Очень много катания именно в позиции. Ну, не очень много, но оно есть. Оно есть, и оно очень заметно. Вот, посмотрите. Вот они, позиции. Это не позиции там пельяна или рука в руку, или, так сказать, близкие к этому. Это позиции другие. Это позиции, которые около друг друга. Она эмоциональная такая девчонка. Француженка прекрасная. Я поздравляю его маму, которая, конечно, сходит с ума. Света Ляпина, да? Ну все, медаль. Без, ну, конечно. Вопросов тут остался только зафиксировать на медали. Мы знаем первых обладателей комплекта наград на чемпионате России 2020 года. Это Тиффани Загорский и Джонатан Герейро в танцах. Нет, без вопросов. Честно, чисто все. Заслуженно. Ну а прямо сейчас на льду готовы исполнить свой произвольный прокат Александра Степанова и Иван Букин. И как мы уже отмечали в самом начале нашего эфира, сейчас много будет звучать музыки от очень модного нынче композитора Людовика Эйнауди, в частности, произведение «Примавера», «Весна» от Александра Степанова и Ивана Букина.
Просто браво. Вы знаете, как одна секунда проходит, и вот люди встают. Да, дотянулись до струн души переполненного зала. Александра Степанова и Иван Букин подарили публике самый настоящий праздник. Cry Me a River вместе с Джастином Тимберлейком. Зал сейчас плачет от эмоций. Да, прямо вот душа переполнена. Вы знаете, такая поддержка колоссальная. Но они катались, прямо вот муха пролетит, было слышно. Вот такая была гробовая тишина в начале. Просто тончайшая. О. Ну, может быть, как-то хотя бы поборются. Ну, они здорово, катались. У нас две совершенно восхитительные пары. Те три дуэта, которые еще только пытаются добраться до этих высот. И два лидирующих дуэта, которые сейчас между собой выясняют. Ванька, такой, хороший, такой... добродушный, вот такой вот с открытой улыбкой, такой, знаете, люби меня вот так. Его все, знаете, в сборной звали внучок, потому что я говорю, ну, как бы, я Андрюшу звала сынок, а это его сын, и его звали, ну, как бы издевались немножко, да, что я... А вот, смотрите, вот там товарищи, да. Ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Как да, же да. Это непросто все выдержать. Непросто. Вот понимаете, все отточено. Они как две огромные птицы. Заняли абсолютно весь каток.
все пространство катка. Я не видела этих специально сделанных скобок. Ну вот и твизлы, и все это было сделано. Честно, и на одной ноге, и на второй ноге, и на третьей ноге. И вот это прекрасная совершенно поддержка. Переход из одного в другой. Очень, очень хорошая. Эта программа очень хорошая. Она трогает душу. Количество ног мне понравилось, особенно и на второй, и на третьей. Да. Ну что же, оценки Александры Степановой и Ивана Букина сделали все возможное и получают заслуженные. Очень высокие баллы. 132,59, 219,72 их итоговый результат. Не, ну честно, заслуженно. Потому что очень большие оценки по катанию. А сколько они на финале получили, кстати? Не помню, Татьяна. Сейчас посмотрим. Могу, конечно, посмотреть. Могу. Меньше. Меньше, не скажу. По-моему, да. А вот наша Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Со своим долгий путь наверх у него. И он уже был наверху и опять туда стремится. Очень уважаю. Итак, на льду Виктория Синицына и Никита Коцалапов. И вновь прозвучит произведение Людовика Эйнауди. Это «И Джорни. Дни».
бесподобные совершенно эмоции дарят нам два лидирующих российских танцевальных дуэта. И это прекрасный праздник. Прекрасный праздник. Сейчас осталось только выяснить, кому же... Ой, это правда. Прямо вообще нечем дышать. Золотые, не кому осталось... серебряные медали. Но это было здорово. Не осталось воздуха. Но они катались сегодня очень вдохновенно. Очень вдохновенно. Посмотрите, что там с твизлами. Гляньте. Смотрю, что с твизлами. Ну что? Хорошо все. Собственно, чего и можно было ожидать. Нет, нет, ну, тут нет, ну, лично у меня никаких сомнений нет, что с твизлами все хорошо. Со всем остальным тоже. Если будет какая-то разница, то разница будет минимальная. Нет, прекрасно. Прекрасно катались и одни, и вторые. Что решат судьи, что они там... До чего они докопаются, это их дело. Но то, что у нас абсолютно две выдающиеся пары, это я вам скажу точно, абсолютно. И одна лучше другой. И не знаешь, какая. Поэтому, конечно, очень важно... нам очень важно на международной арене. Конечно, нам сейчас, в общем-то, немножко не до этого с этим допингом, но все равно не потерять их. Потому что одни и вторые вообще могут быть... Не хотел никого расстраивать, но одни и вторые могут быть на пьедестале. Абсолютно, между прочим, спокойно. Я не говорю уже про Европу. Нет, мы сейчас, конечно, нет, не про конечно, Европу. Конечно, я говорю про чемпионат мира. Никто нам, конечно, этого не даст. Думаете? А если так, ну, будут если кататься? Ну, если мы только а сами не так возьмем. А если так будут кататься, Татьяна Анатольевна? Кто что может не дать? Ну, классно же катать. Просто классно. Вы сами видите, ну, а публику. Вы сами видите публику, а народ-то не обманет. Они что, вообще на финале гран-при падали, что ли? Ну, знаете, да, дыхание не каждый раз останавливается, когда ты смотришь танец. Попало, что две вот такие выдающиеся пары. И надо их поддерживать и беречь. Потому что просто... Ну что же, вот сейчас мы все и узнаем, подводим итоги. Итак, оценки Виктории Синицыной и Никите Коцалапу. Смотрите, что происходит. Второй результат у Вики с Никитой за произвольный танец, но первый по сумме. Они сохраняют за собой звание чемпионов России и выигрывают золотые награды. Лучший результат в ритмическом танце, лучший результат в произвольном танце у Александра Степанова и Ивана Букина, но суммарный результат с разницей в один всего лишь балл все-таки остается за Викой и Никитой. Блестящий совершенно турнир подарил нам этот чемпионат России с удивительной интригой и прекрасной развязкой. Действительно, Татьяна Анатольевна, вы абсолютно правы. Две выдающиеся пары, которых на финише разделяют десятые доли балла. Золото у Виктории Синицыной. Я так и предполагала, что так и будет. Вам можно доверять? Золото у Виктории Синицыной и Никиты Косолапова, серебряные награды у Александра Степанова и Ивана Букина и бронза спустя год перерыва, опять же, у Тиффани Загорски и Джонатана Герреро. Разыгран первый комплект наград в российском фигурном катании. И этот первый комплект наград достается фигуристам, представляющим танцы на льду. Впереди у нас еще большая часть чемпионата. Самое интересное. Смотрите, никто не хочет из них никто вставать. Никто не хочет уходить. Нет, нет, никто не хочет место освобождать. Уступать, да? Но все-таки да, ну, Аннабель с Андреем пока да. еще не доведется попасть на пьедестал почета. Во всяком случае, не в этом сезоне. Это совершенно... Точно. Имеется в виду не в этом сезоне, на чемпионате России. Вы знаете, России. Я хотела бы, конечно, сказать
в этот прекрасный день я хотела бы сказать о трагическом известии, которое мы получили вчера. Это от нас ушла Галина Борисовна Волчек, великая женщина, великий художественный руководитель, великая актриса, великая подруга. И все, что можно сказать о человеке, который посвятил свою жизнь искусству, театру, реформатор, первооткрыватель. И вообще, даже трудно думать без нее. Она для меня была жизненным ориентиром. Все, что она говорила, для меня было абсолютным законом. Я соглашалась с каждым ее словом, потому что ее мудрость... Были разочарованы или все-таки довольны тем, что вы в тройке, и все хорошо? На которой держался театр. Не только в подборе репертуара, потому что она давала возможность молодым делать много работ. Катали хорошо, тренеры довольны. В личном ее обаянии. Спасибо большое. И, в принципе, у нас первая половина сезона достаточно была, чтобы мы знали об этом и поговорили. Поэтому я рада сегодняшнему дню. Сегодня эмоции бурлили вообще, на самом деле. Прямо перед прокатом были... Настолько переполнено, хотелось уже быстрее пойти откатать, уже показать свою программу. Вот. И на самом деле мы сегодня очень довольны. Мы смогли исправить те ошибки, которые были допущены в Турине. Вот. И очень приятная публика, просто невероятно. Спасибо огромное. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Ну что, друзья, поздравляю с победой. Второе подряд чемпионство в России. Но сегодня было тревожно, наверное. Проиграли произвольный танец, и вообще до конца была интрига. Ну да, борьба у нас была очень хорошая, сильная, интересная. И это на самом деле очень круто. Для нас очень важно, что мы второй раз выиграли этот чемпионат страны. У нас очень достойные соперники, очень сильная конкуренция. Прокат сегодня был
мы можем лучше, в общем, проще, чтобы говорить, мы можем намного лучше, он был сейф, хотели сделать все элементы чисто. Не знаю, очень, очень ответственный турнир, и не удалось прям вот до конца сегодня раскрыться, но в целом тренеры сказали, что мы сделали сегодня хорошую работу, и даже сейчас уже успели обсудить план тренировок, и очень много предстоит нам что нового сделать. Вот этот сейф-прокат, именно потому, что вы шли буквально там на расстоянии балла друг от друга с Сашей и Ваней? Вы знаете, здесь первые два дня тренировки у нас, мягко говоря, да, были тревожные, не очень получалось все. Ну, когда делали хорошо, но были какие-то погрешности все время. Может быть, просто психологически сложилось так, что нам нужно просто сделать свою работу, сделать свои элементы. И не удалось из-за этого вот прям покайфовать на максимум, раскрыться до конца. Но все равно прокат, я думаю, получился хороший. Тренеры нас похвалили и уже указали на то, что можно улучшить. Не хочешь ничего добавить? Я очень рада, что на самом деле чемпионат России у нас закончился у танцев. И хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и провести следующий год намного лучше, чем предыдущий. Спасибо большое и вам. Того же, конечно, удачи на чемпионате Европы и мира. Победой.